скільки куб буде стоїти оце? Так. І є. Пересчитати, бо неправильно за доставку газу неправильно насчитали. Більше считають. Кошти у всіх таке. У всіх таке, да? Да. Що насчитали більше. Да, да, да. Перерахувала, в мене не виходить. Ну, трохи більше, так? Та набагато, а не трохи. А чого так виходить, не зрозуміло. То я знаю, чого так виходить. Звідки такі показники в них взялися, оце? На сьогоднішній день НКРЕКП, як регулятор газового ринку, змінила систему тарифікації. Это по распределению и по самому газу, и по транспортировке. С 1 января начинается оплата по двум счетам. Это не дополнительный какой-то тариф, а это тот счет, который делится на две части. Первая часть – это распределение, она отдельным счетом. Вторая часть – за сам газ. Также НКРЕКП изменила саму тарификацию по распределению. Этот второй счет, но будем его просто называть, чтобы люди понимали, наверное, абонплатой. В этом счете будет 1/12 платиться за газ. Что такое 1/12? Это берется 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года. Это календарный газовый год, который делится на 12. И эту 1/12 надо платить каждый месяц. Я еще хочу подчеркнуть и обратить внимание, что авторы этих нововведений НКРЕ, не мы. И такая ситуация происходит везде, в любом облгазе и по всей стране. Мы только выполняем требования НКРЕ. Эти нововведения были напечатаны в урядовом курьере номер 25 от 28 декабря. Представьте, за несколько дней до Нового года. И они должны изменить систему тарификации с 1 января 2020 года. То бишь буквально через 3 дня они должны изменить. Раньше, до 1 января, была одна платежка, в которую входили несколько составляющих. Это газ как товар, тариф на распределение сетей и тариф на транспортировку. Тариф на распределение сетей – это платится распределителю, оператору ГРМ. С этого тарифа идут деньги на материалы, на зарплату, на поддержание сетей в нормальном состоянии, в безопасном. Эта составляющая выведена с общей платежки. Топ-то была раньше одна платежка, а эта составляющая, она где-то около 10%. И она специально идет на распределитель, чтобы он поддерживал сети в нормальном состоянии. Как она высчитывается? Высчитывается это, берется газовый год с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года. Да, эти все новые введения были введены в авральном режиме, и мы должны были тоже перестраиваться. А понятно, что это было перед Новым годом, новогодние и рождественские праздники затягиваются до 14-го, и люди сейчас получили платежки и идут к нам. Понятно, что любое нововведение, к нему относятся, ну, люди относятся, может, с недоверием. И решили свериться. По расчету газового года, который поделился на 12 частей, потребитель должен платить 1/12 каждый месяц ровными частями в течение года. Но так как это нововведение непонятно, и вот для простого обывателя, потребителя, ему очень сложно понять. Поэтому есть возмущение. И у нас, не мы считаем лично, у нас есть сертифицированная программа специализированная, которая считает все. Как считает программа специализированная? С 1 октября 2018 года по 30 сентября 2020 года весь берется газовый год. Абонент может не показывать показания счетчика. Это их очень много. Мы прекрасно понимаем, как в 2018 году давались льготы и субсидии. Если потребителю дается определенный объем газа, то он показывал его весь. И, соответственно, в течение газового года этот объем превысил. Также есть много очень случаев, когда мы не попадаем к абоненту, и мы не можем зафиксировать его показания. Если с 1 по 5 абонент не подал показания, ему ведется разрахунковый до начисления.
Есть страшного, но ничего нет. Вот поверьте мне, что это не критическая точка, что сегодня надо прийти и срочно пересчитать все. Наши работники, специалисты, они будут работать в январе, это во все выходные будут работать. Будут работать также в феврале, тоже в выходные, по субботам и воскресеньям. Пока не спадет этот ажиотаж, мы настроим так работу, что каждый потребитель, который обратится к нам, мы ему откоррегуем, сделаем перерасчет согласно его тех показаний, которые у него есть. То есть мы подошли к тому, что люди в основном приходят, и у них платежки больше, чем они посчитали по книжке, компьютер показывает больше. И понятно, что есть какие-то споры, есть какие-то кубы, которые человек или не показал, или в какой-то ситуации не смог показать. Программа это зафиксировала. Там эта специализированная программа считает по многим факторам. Если человек не передал, если мы не попали в течение газового года, она посчитает ему те показания, которые зафиксировали. Мы готовы с каждым потребителем вести диалог. Еще раз повторю, что мы будем работать суббота, воскресенье до тех пор, пока не спадет ажиотаж. Не удалось. А чому? А потому что я не вовремя платила, и они не хотят смотреть по книжке, по квитанциям, а то, что дал только компьютер. По квитанции мне платить 24 гривны, а по компьютеру 275. А чего такая разница? А вот спросите их. Она молчит, ничего не говорит. Я говорю, на консовании я даю вам книжки, я даю вам квитанции. А вы по книжке все посчитали? Все посчитала по книжке, да. 24 мы топим дровами. Почему не сделали заявление, что вы дровами топите? Я говорю, это еще надо, говорю, заявлять. Так вы в частном доме живете? Да, в частном доме, в селе. А. І це, виходить, ця труба, що йде до вас? От ГРП, те, що ми проводили кооперативом, своїми силами, все самі закупали, все самі робили. Оце за цю трубу 296 гривень. Розход газу на місяць 346 кубов, а топлю дровима. І виставили суму, задолженість, все на світі. Є чітке обозначення, коли повинні передаватися куби з 1 по 5. Якщо людина передав 6, 7, 8, йому зрозуміло, за календарний месяц добавится какие-то кубы по начислению. Ну а это... вот то, что люди говорят, например, Viber отсылают или там ошибка программы не отсылается, или пытаются по телефону не могут дозвониться. Туда дозвониться нереально. Звонишь, потом забываешь, потом снова звонишь, не попадаешь. Чтобы позвонить, сказать показники? Да, чтобы сказать показники. Они не берут трубки. Они не берут трубки. По Вайберу послала, Вайбер не дошел. По Вайберу. Вот и все. И вот кому обращаться, неизвестно. Такие вот случаи, есть по крайней случаи, мере, жалуются. Но у нас это редкость. Мы уже полгода работаем таким способом, что выставляем ящик, и с 1 по 5, чтобы не было очередей, то люди кидают записки с лицевым счетом и показанием. Мы их вводим. То, что Viber, ну, будем говорить, техника есть техника, она всегда может дать сбой. Также и по телефонам. Ну, вы представьте, 60 тысяч показателей надо принять за 5 дней. Это очень сложно. Да, может быть, кто-то не дозвонился, есть перегрузки на телефонной линии. Это человеческий и технический фактор. Скринька находится в абонентском отделе? Да, при входе у нас слева стоит с 1 по 5 ящик, который кидают показания по счетчикам. Также хочу заметить, у нас очереди еще не из-за того, что это нововведение, но у нас работают кассы без комиссии, потому что любой банк, он берет комиссию. Мы идем к людям навстречу для того, чтобы они не тратили те даже 5 или 7 гривен комиссию, а платили нам. Особенно это касается, что пенсионеров, и понятно, что за 5 гривен или за 7 гривен люди лучше заплатят у нас, заодно и сверятся. Сейчас мы будем расширяться и надеюсь, что в будущем у нас не только две кассы будут работать. Будет стоять в феврале, планируем айбоксы поставить, где люди могут рассчитываться. Также будет аквайринг введен, где люди по карточкам потребителей смогут рассчитываться. И к любому диалогу с потребителем мы всегда идем навстречу и всегда рады, когда он к нам придет. По цене газа на сегодняшний день цену газа определяет кабинет министров согласно постановлению своему. У нас есть сейчас фиксированная цена на квартал. Газ, которую мы покупаем как поставщик со спецобовязком, у НАК «Нафтогаз Украины». По этой фиксированной цене
мы покупаем первый клапан. Она меняться не будет. По соотношению с прошлым годом, да, газ подешевел. Но еще раз хочу подчеркнуть, что с 1 января будут две платежки, но это не дополнительный тариф, а это та платежка, которая делится на две части. И оттуда выделяется тариф на распределение, ну, который называется, наверное, в простонародье, чтобы человеческим языком поняли все это, ну, абонплата, назовем его так. Нововведения, которые вводятся государством, они требуют от потребителя высокой дисциплины, как по учету газа, чтобы каждый потребитель нам с 1 по 5 передавал свои показания, чтобы в следующем 2021 году, когда были расчеты за мощность, они соответствовали тем потребленным кубам, которые есть у потребителя. Также это и дисциплина по расчетам. Я понимаю, что некоторым может не нравиться такая цифра, но поверьте, если потребитель, особенно в частном секторе, с отопительным прибором взял в январе там 500 или 600 кубов, то за распределение он платит только практически половину, потому что следующая половина, она будет перенесена на неотопительный период. Это облегчит финансовые проблемы, которые есть у потребителя. Он немного, ну, сэкономит, разгрузит финансовые его проблемы. Если пришла платежка, да, и вы не согласны, обратитесь к нам, мы сделаем все корректировки, пересчитаем и выйдем на ту цифру, за которую должен заплатить потребитель. Но оплачивать всегда надо, потому что если потребители не будут оплачивать, то, понятно, последуют те санкции, которые мы вынуждены будем к ним применить. Ну, я заплатил 205 за расходы природного газа. Ну, согласно вашей платежке, я вижу, это, наверное, частный сектор и есть отопление, отопительный прибор. Вот эта сумма, которую вам выставлена, вы должны платить каждый месяц. Если вы потребили, например, потребили в зимний период, но сейчас зима очень теплая, и понятно, вы больше. А в прошлом году было холодное, потребляли вы больше. И этот общий объем, который был вам, вы потребили с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года, он взялся, разделился на два. С октября? С октября 2018 года с 1 по 30 сентября 2019 года. Ну, и я этот, посчитал, да. Да, и он делится на 12, и вы каждый месяц должны платить эту одну 12. Ну, сразу умножить на 1,9 или на сколько? Нет, вы умножаете тариф на сегодняшний день с ПДВ, это 1,26. А я вы 1,9, 1,9 вы взяли. Так, вот написано, смотрите. Тариф с ПДВ идет 1,26. Вот этот месячная плата, и вы ее оплачиваете и каждый месяц. И летом, хотя вы летом не будете брать отопление, но летом это должна обязательный был платеж. Также, как это 163 обратно платить. Да, это каждый месяц. Каждый месяц. Да. Также будет и в 2021 году будет перерасчет. Тогда будет считаться с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020. Ну вы рады, что у нас берется без комиссии? Да тут приехал. Ну сэкономите, кстати. Да ну трогай. Понятно. Так. Вы когда передавали показания? 24 декабря. Декабря. Еще раз по закону передавать показания надо с 1 по 5. Если 24 вы передали, то за эти 6 дней вам будет автоматически прогнозовано донарахование. Если вы передадите даже 2-3 числа, то это будут те официально переданные показания, которые войдут в декабрь. Не надо заранее передавать. Я понимаю, потому что у многих тогда пенсия приходит, многих зарплаты, те стараются зарплату заплатить. Но официально должны подать с 1 по 5 число. Вы в очередях не надо стоять. Вы входите, слева всегда есть ящик с 1 по 5. Там квитанции, вы пишете на них свой особовый рахунок, фамилию и показания счетчика. Они сразу автоматически на следующий день перенесут, их оператор занесет в компьютер. То, что книжка у вас закончилась, ну, понимаете, книжка это, наверное, тот старый век, который уже не надо. Вы сейчас, вам приходит квитанция, особенно как разделились, вам будет приходить квитанция, и если вы вовремя передаете, поверьте, она будет правильная. Вот я за январь заплатил сегодня, 23-го, это уже 7 дней у меня будет это, да?
переплату. Нет, нет, смотрите, если вы заплатили сегодня за январь именно за газ в торговый дом. За газ, да. Да, вы передайте с 1 февраля по 5 февраля свои показания, и они будут учтены, и будет вычета та оплата, которую вы заплатили за январь. Понятно. Понятно, сегодня 23 число, еще 7 дней, и оно еще надо заплатить 7, за 7 дней. Государство вводит нововведение для того, чтобы дисциплинировать и нас, и проживачей, чтобы мы понимали, сколько на самом деле вы взяли. Ну, да. Потому что вы сегодня заплатили, да, это хорошо, наперед. Но на 1 февраля, если вдруг ударят морозы сейчас, может будет больше, может быть меньше. Будет меньше. И если вы не передадите, повторюсь еще раз, показания с 1 по 5, то вам за вот эти 7 дней будет до начисления. А больше или меньше, это уже как программа. Я хочу подчеркнуть и обратить ваше внимание, что эти нововведения не нами придуманы, не мы авторы этих постановок. Это нововведения государственного органа в лице НКРЕКП. И они действуют по всей Украине. Я общаюсь с многими руководителями других областей, и у всех такая проблема, что в авральном режиме они включили, распечатали в рядовом курьере эту постанову, а нам приходится включать турборежим, и люди в январе работали выше своих сил, без обедов, выходные. Это очень тяжело, поверьте мне. И при любом общении потребителя, я это обращаюсь к потребителям, тоже общайтесь культурно и вежливо.